как черт усталый, как собака, я весь день спешу к себе домой. Какой-то левый симпозиум, фуршета там и драка, слава богу, я ушел живой. Навстречу полиционер, тот еще путеводитель, но не надо нам чужого добра. И я сказал спасибо, друг, я сам и двинулся стремительно. Это было вчера, это было вчера. Я видел мужика, тот крестился на Макдональдс, я подумал, он хочет есть. А может, он слегка ветхозаветный буддист, но так хвала ему за это и честь. Я прошел к нему до денег, он не понял, дал мне морду, я подумал, не буддист, ни хера. Прошу прощения за слово буддист, но ведь досадно, впрочем, это было вчера. Это было вчера. Но режиссер была хороша. Я молча ждал такси, а публика и пресса вычисляли, как шалит душа. Потом театр сгорел, и господа актеры глушили горькую всю ночь до утра. Рыдали пышные дамы, а я не стал камником. Но это было вчера. Это было вчера. Я снялся в фильме, Оскар был в кармане, я как бог сыграл почти Сирано. Но какой-то придурок, конечно, в огняне, и засветился пленку в том кино. Я крепко впил в него режиссерские гвозди, и я вдруг пошла на ура. Вот только вместо Сирано случился труп Вальдина, но это было вчера. Это было вчера. Чем осваивать тэквондо? Хотя я сам не часто убежден, что знаю, кто такая Марлон Брандо. Но если обухом по голове обрадуют внезапно и не рухнет прочь с плеч гора, то есть резон дожить до завтра, чтоб сказать спокойно: слушай, это было вчера. Это было вчера.